лучше спрячьтесь заранее. Мурашки по рассказам Стайна. Оно появилось из-под раковины. Так, все взяли что-нибудь? Я понимаю тебя, киллер. Мне тоже не очень хотелось переезжать сюда. Кэт, ты же знаешь, нам нужен был дом побольше. Кэт, все будет хорошо. Эй, Карло! А, приехал нам помочь? Нет, но помогу. Знаете, сколько я ехал сюда? Ровно 8 минут и 46 секунд. Вот, видите, мы переехали поближе. Давай, киллер. Пошли. Когда мы переехали в новый дом, все были счастливы, все, кроме меня. Киллер! Я заберу его, мам. Киллер, сюда. Я чувствовала, что что-то плохое должно было случиться, и я оказалась права. Киллер? Киллер, что там такое? Режиссер Дэвид Виннинг. Давай, пошли отсюда. Вот так. Хороший мальчик. Хотите совет? Когда вас разбирает любопытство, и вы очень хотите взглянуть, что там, будьте осторожны. Очень осторожны. Да это же котенок. Кис-кис-кис-кис-кис. Где ты? Кис-кис-кис-кис. Ну, иди сюда. Где ты? Что случилось? Эта штука! Она живая! Тебя напугала губка? Ты не понимаешь! Ее обнаружил киллер! У нее есть глаза и все такое! Но это же обычная губка. Может, просто свет-то купал? Мой сервиз! О, нет! О, это же подарок моей мамы! Уберите эту собаку сейчас же! Пошли, киллер! Прости, мам. Ничего. Я нечаянно, я умывалась и хотела взять полотенце, а эта штука, она была там. Что было там? Это гадкая губка. Я не знаю, как она здесь оказалась. Она смотрела на меня прямо в глаза. Катрина, пожалуйста, это уже не смешно. Но я клянусь, она была здесь. Кэт, пожалуйста, я прошу тебя, возьми веники и убери сейчас же осколки. Рану будут зашивать? Нет.
Позавтракай нормально. Но холодная пицца содержит все основные продукты. Тоже можно сказать и о твоем лице. Пойди положи себе каши. Берегись, бумажное полотенце с глазами. Очень смешно. Кто-нибудь с утра видел киллера? Я думала, он с тобой. Вчера, да. Но утром его не было. Дэнни, а ты видел? Нет. Позже я прокачусь и поищу его. Раньше он не исчезал так вдруг. Происходили неприятные вещи. Одна хуже другой. Сначала разбилась мамина тарелка. Затем брат порезал ногу. А теперь исчезла моя собака. Что же будет дальше? Тормоза! Вот и доказательство. Нет, точно что-то происходит. Испугался? Неа. Что случилось? Я разбила велосипед. Да. Все идет наперекосяк. Киллер вернулся? Нет, папа пошел искать. Здесь происходит что-то странное. Мне кажется, все это как-то связано с этой чертовой губкой. Ну опять! Губка-убийца с Марса! Ясно одно, как только мы нашли эту губку, нас преследуют одни несчастья. Уберите ее от меня! Видите? А я вам что говорила? Что будем делать? Нужно избавиться от нее. А что, если это представитель нового вида? Тогда этому виду суждено исчезнуть. Кэт, это необыкновенная губка. Ее надо изучить. Ее надо уничтожить. Прошу тебя, во имя науки, не делай этого. Ты права. Забудем про науку. Закапывай быстрей. Прощай, губочка. Надеюсь, теперь несчастья закончились. Я была не права. Несчастья не только не закончились, их стало еще больше. Ты простудишься, Кэт. Иди в дом, пора спать. Киллера так и нет? Нет. Но он обязательно придет. Я знаю. Теперь все будет хорошо. Иди в дом. Что это? Все умирает. Кэт, что произошло? А как ты думаешь? Что ты теперь собираешься с ней делать? Здесь нужен специалист. Отнесем ее в школу. Миссис Вандерхоф подскажет, что с ней делать.
Ага. То, что я и подозревала. Это губка. Я знаю. Ну что за губка? Судя по ее виду, это обычная кухонная губка. Нет, это очень странная губка. У нее есть глаза и все такое. Глаза? У губок не бывает глаз. Ну тогда это, может, вовсе и не губка. Я не знаю, но она самостоятельно передвигается, и все эти несчастья. Может, ее еще раз посмотреть? Расчленить ее. Пожалуйста. Зайди ко мне завтра после школы. Спасибо, миссис Вандерхоф. Да, и что бы вы с ней ни сделали, спрячьте ее обратно в клетку. До свидания. Странные вещи продолжались. Действительно странные. Энциклопедия сверхъестественного. Интересно, там есть ее картинка? И что же в ней говорится? Здесь сказано, что заколдованная губка на самом деле это Груэл. Груэл? Что такое Груэл? Груэл — это мифологическое существо, представляющее собой живое заклятие беды. Так, оно приносит несчастье? Именно. И живет оно за счет несчастья, которое причинило. Как только что-нибудь случается, оно набирает силу. Вот откуда все напасти. А его можно уничтожить? Нет. И вы в это верите? Так сказано в книге. Скажите спасибо, что это не Леникс. Кто? Леникс. Маленький картофельный вампир, который с помощью своих маленьких острых зубов прямо из тебя высасывает жизненные силы. Давайте пока разберемся с одним монстром, ладно? А что, если отправить с его почтой на Северный полюс или выбросить в океан? Это не годится. Если владелец расстанется с Груэлом, владелец умрет. Должно быть, владелец это я. Я ведь нашла ее. Правильно. Хорошо, что ты выкопала ее из земли. Ой, я ведь оставила ее у миссис Вандерхоф в школе. Ты что? А что будет? Лучше не ждать, что из этого получится. Нужно вернуть ее. Срочно! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when feather break. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Ее здесь нет. Она должна быть здесь. Хорошо, только давайте потише. Ладно, будем искать. Dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Что там? Это жвачка. Прячьтесь. Случилось.
делает? Чинит свет. Пошли. Он умер? Нет, он дышит. Я знаю этот звук. Нам нужна помощь. Оставайтесь с ним, хорошо? Кажется, она на тех полках. Пойду проверю. Хорошо. Здорово же он треснулся головой. Он не умрет? Осторожно, кислота. Нормально, я в порядке. О, нет! Смотрите, это разливается повсюду. Дверь заклинила! Мы в ловушке! Эта штука, Груэл, она растет. Что же нам делать? Придется лезть в окно. Пошли! Давай возьмем его за ноги. Его надо вытащить. Что это? Это его кассетник. Смотрите, она съеживается. Что происходит? Мне кажется, ей не нравится музыка. Мне тоже. А почему ей не нравится музыка? Она вызывает рвотный рефлекс. А почему она его вызывает? Потому что она веселая. Вот оно. Гроулы любят все плохое, поэтому они должны ненавидеть все хорошее. Сделайте музыку громче. Попробуем запихнуть ее в клетку. Дэниел? В чем дело, Дэниел? Ни в чем. Она снова растет. Надо что-то делать. Что? Ну, спой песенку. Кэт, спой. Я не знаю слов. Тогда придумай что-нибудь. Что-нибудь сентиментальное. Говорила ли я тебе, какая ты замечательная губка? Отлично, действует, продолжай. Такая красивая губка, потрясающая. Ну, конечно же, великолепно, убей ее добротой. Я люблю твои большие красивые глаза, причем все. Мне нравится твоя прическа. И твоя кожа такая сырая, желтая и пористая. Когда я вырасту, я стану такой же губкой-убийцей, как и ты. Смотрите на реактивы. Что это за запах? Она снова растет! Что происходит? Дети! Дети! Оставайтесь на месте, я обо всем позабочусь. У меня все под контролем. Сработало. Отлично. Круто она съежилась. Как говорилось в энциклопедии, мне так и не удалось избавиться от Груэл. И теперь она моя навсегда. Поэтому я придумала вот что. С добрым утром, Груэлли. Смотри, какой чудесный день. Ну вот, а теперь послушаем музыку. Киллер! Ты вернулся, киллер! Иди сюда, малыш, иди ко мне. Слава богу! Как дела, малыш? Господи, где же ты был? Видите, я же говорила, что он вернется. Хороший мальчик. Ну ладно, идемте завтракать. Пошли. Да. Хороший мальчик, киллер. А что это ты мне принес, а? Что это? Картошка?